5 лет назад стрижи снова над Барнаулом. В прошлом году погода была на стороне пилотажной группы, а в этот раз из-за капризного неба журналистам пришлось почти 4 часа ждать пилотов-виртуозов. Прогноз на день города не утешает, но если повезет, барнаульцы увидят новую программу. Сейчас мы полноценной шестеркой будем выполнять полеты. Это совершенно новая программа, здесь мы ее не показывали. Это шестерка самолетов, различные перестроения, выполнение всего комплекса фигур высшего пилотажа составом шести, перестроения при выполнении этих фигур, затем будет парный пилотаж, ну и далее полноценный одиночный пилотаж. Кстати, пилоты первого класса ценят Барнаул. Говорят, площадка для демонстрации фигур высшего пилотажа отличная. Великолепная набережная, великолепное место, подготовлено именно вот и для того, чтобы люди имели возможность погулять, походить, посмотреть на все красоты. Ну и соответственно, что с одной стороны город, а с другой стороны открытое пространство, это прежде всего безопасность полетов. Ну и соответственно, это действительно возвышенность и парк великолепный. Оттуда, я думаю, будет смотреться очень здорово. Есть у стрижей и наземная программа. Они встретятся со школьниками, кадетами, спортсменами. Еще группу ждут тренировки. Так что в мирном небе над головами барнаульцев боевые истребители будут летать не один день. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.